Правильно и вкусно приготовленный чизкейк – настоящее произведение искусства. Резеда Гафутдинова часто балует домашних вкусными блюдами. Но здесь нужно не просто приготовить, а уложиться по времени. За 2,5 часа сделать 3 блюда. Ограниченное время, темп. Нужно держать вот этот темп. И вот какой-то вот быстро-быстро. Нужно повар должен работать быстро, и он должен быть очень выносливым. Вот именно профессия повара – это скорость и выносливость. Участники демонстрировали свое мастерство приготовления горячих блюд, закусок и десертов. По результатам экзамена всем выдали скиллс паспорт, документ о квалификации. Работодатель может посмотреть, где он силен, в чем. Его можно поставить будет на основные горячие блюда, на десерты или, допустим, поставить на приготовление холодных закусок. Обучиться новой профессии могут безработные граждане, женщины в декретном отпуске и люди предпенсионного возраста. Всех обещали трудоустроить в рамках федерального проекта «Содействие занятости». Мы не только переобучаем, но мы уже в процессе переобучения или обучения заранее понимаем, предусматриваем механизмы дальнейшего трудоустройства. Человек здесь обучаясь, мы примерно представляем, ведем работу с центрами занятости, отдельно с работодателем, что человек после окончания обучения будет трудоустроен в конкретное предприятие. Обучение в рамках федерального проекта «Содействие занятости» стартовало в мае этого года. Проходит по 86 компетенциям. Обучают новые профессии в разных образовательных учреждениях республики.